Всем привет! Вы на канале Рецепты от Николаевны. И сегодня я вам хочу показать, как можно приготовить молочно-банановый коктейль. Взбивать будем в блендере 2 минуты. Итак, для этого нам понадобится мороженое, пломбир. Будем 7 ложек класть. Также 50 мл молока, чайная ложка сахара. Пол бананчика, ну, естественно, трубочки нужны будут и взбитые сливки. Итак, мороженое будете набирать вот такую столовую ложку. Все это будете опускать в блендер и будем взбивать 2 минуты. Итак, наш молочно-банановый коктейль готовый. Украсили мы взбитыми сливками, добавили кусочек банана. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!